Добрый день, коллеги. Осталось несколько дней для того, чтобы выбрать продукцию по купонам. Летняя скидка минус 50%. Многим пришли оповещения на электронную почту, но я вам все-таки покажу, как это делается легко и просто. Заходим в корзинку. И для того, чтобы выбрать купоны, у вас должен быть оформлен заказ хотя бы на минимальную сумму. Или вы можете просто, если у вас очень много купонов, то вы можете просто выбить маечку и пройти вот сюда раздел «Ваши персональные акции». Когда вы сюда зайдете, вы увидите купоны и карты. Нажимаем на купоны и карты, вот этот раздел. Здесь у вас указано, сколько купонов вы получили. У меня уже часть выбрана, осталось еще 16. У вас будет написано сколько. И здесь вы можете два варианта. Первый вариант, вы можете просто двигать бегунок и выбирать продукцию, которую вы хотите. Ассортимент огромен, поэтому выбирать придется очень много. В эту акцию входит уход за кожей, уход за волосами, гигиена, декоративная косметика, косметика для дома, именно из каталога 11. Можете сделать совершенно по-другому. Вы можете просто-напросто вбить тот артикул того продукта, который вам хотелось бы приобрести со скидкой 50%. Ну, например, 21.07. Нажимаем на поисковик, и вам сообщают, что ничего не найдено. Или у вас вбит неверный артикул, или вы просто-напросто этого продукта нет в этой акции. Давайте еще раз посмотрим. Сейчас мы посмотрим какой-нибудь определенный продукт, например, косметика мужчинам, уход за телом и волосами. Сделаем вот это. Здесь вот есть супер скидки. Выберем какой-нибудь дорогой, вот, например, шампунь для волос. Сейчас мы возьмем этот артикул. Вы можете точно так же найти тот продукт, который вы хотели бы в разделах вот, товары, выбрать тот раздел, который вам необходим. И очень выгодно брать продукт, который идет без скидки в данном каталоге. Например, вот берем это, заходим в корзинку, вбиваем, нажимаем поисковик. Точно так же ничего не найдено. То есть продукт в наличии есть, но данного продукта нет в этой акции. Давайте еще найдем. Например, парфюмерия не входит. Косметика. Возьмем дорогую какую-нибудь позицию. Например, так, подождите секундочку. Уход за лицом. Сейчас. Берем продукт, который идет без акции, например, гель-крем сияния Beauty Lab, новиночка. Берем артикул, копируем. Заходим в корзинку. Набираем позицию. И вот этот продукт в данной акции есть. Вот смотрите, он получается, скидка идет от черной цены. Скидка идет 50%, 444. На самом деле этот продукт стоит гораздо дороже. Вот вы видите стоимость. Он на самом деле гораздо дороже. Вы можете увидеть стоимость в карточке и сравнить, выгодно вам или нет. Здесь в данной ситуации выгодно. Нажимаем плюсик, то есть одну позицию, можете выбрать две позиции. Это на ваше усмотрение. И нажимаете применить. Когда вы нажмете применить, у вас все свернется. Но у вас остались другие, вы можете нажать опять «Выбрать товар» и вбивать сюда любые позиции, которые вам необходимо добавлять. Можно не нажимать «Применить», а пока не выберете все продукты, которые вам необходимы, не сравните. Только после этого вы можете нажать «Применить».
нажимаете «Применить», и вот у вас в корзинке уже эти продукты с описанием этой акции. Добираете и оформляете заказ, как обычно. То есть, еще раз повторяю, нажимаем вот сюда ваши купоны и карты и выбираете эти продукты. Удачного вам шопинга! С вами была Курячая Татьяна.